Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители футбола. Наконец-то теннис отходит на второй план, и на горизонте у нас уже маячит российская футбольная премьер-лига. Очередной тур, который принесет нам немало шикарных матчей, ну а начинаться он будет матчем в Туле, где местный Арсенал будет принимать московский ЦСКА. ЦСКА в воскресенье провел действительно неплохой, действительно запоминающийся матч против питерского «Зенита». Команда Виктора Гончаренко не была похожа на себя среди недельной давности, да, когда армейцы дома играли против «Базеля» и выглядели унылой командой, потерянной командой, которая не знает, что делать. В матче против «Зенита» ЦСКА знал, что делать, и армейцам где-то не повезло, а где-то мастерство защитников и вратаря «Зенита» сыграло свою роль, и по итогу ЦСКА и «Зенит» расписали мировую, сыграв по нулям. Армейцы едут в Тулу, где их будут играть с Арсеналом, который, мне кажется, и многие, я думаю, согласятся, находится сейчас на подъеме. Но при всем при этом ЦСКА эта победа нужна. Да, среди недели, следующей уже недели у армейцев будет важнейшая, безусловно, важнейшая игра против Базеля на выезде, которая имеет ключевое значение в рамках всей Лиги Чемпионской кампании. Но и чемпионат России нельзя упускать из виду. ЦСКА сейчас отстает от группы лидеров, и нужно потихонечку возвращаться на первую, вторую строчку. К тому же, в этом же туре «Зенит» играет с «Локомотивом», и наверняка какие-то очки командами будут потеряны. Так что я предлагаю поставить на чистую победу ЦСКА, коэффициент 1.79, и наслаждаться действительно интересным матчем. Если вы согласны со мной, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В комментариях пишите свои варианты ставок на матч Арсенал-Тула-ЦСКА. И, конечно же, я буду рад видеть всех вас в друзьях у себя ВКонтакте, а также в своей группе в социальной сети ВКонтакте. Ссылочки на обе страницы вы найдете в описании у этого ролика. The farmer in the dell, the farmer in the dell.